Привет! С вами Диана Лауши и наша рубрика «Китайский с нуля». Сегодня мы разберемся, что такое придыхательные и непридыхательные согласные. Для начала давайте вспомним, чем отличаются звуки «б» и «п» в русском языке. Да-да, они отличаются по глухости и звонкости. Однако в китайском языке это не прокатит. В китайском языке и «б», и «п» звучат для китайцев практически одинаково. Так в чем же разница? Нужно добавить придыхание. То есть, когда вы произносите звук «п», вам нужно сначала глубоко вдохнуть и на выдохе произнести этот звук. Смотрите, что получится. Конечно, когда вы достаточно попрактикуетесь, вам уже не нужно будет так сильно вдыхать и выдыхать. Давайте попробуем. Ба, па, по, по, би. Если наш способ вдох и выдох помог вам, то обязательно ставьте лайки. А если не помог, все равно ставьте лайки. Шучу. Или не шучу. Надеюсь, этот урок был для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал и увидимся в следующем видео. Пока!